Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии мы получили, наконец, дракона бой. Это означает, что мы можем отдохнуть от сюжетных квестов и сконцентрироваться на выполнении сайдов. Для начала нам нужно так. Вот с этим бы неплохо разобраться, добыть кровь орка, фалмера, темного эльфа, лесного эльфа и высокого эльфа. И знаете что? Я думаю, что этот квест мы будем выполнять по мере своего продвижения в братстве, как там называется, в гильдии воров, в общем, в которую мы сейчас вступим. Но для начала нам нужно вот эти корни Нирна отнести в Рузе Саретти, который находится... Где же она находится? Мы посмотрим сейчас. Где-то около черного прохода, понятно. Давайте пойдем к черному проходу и оттуда пешкодрапом дойдем до нее. Отдадим ей корни нервные, посмотрим, что нам это даст. Я думаю, нам это ничего не даст. Возможно, она нам рецепт какой-нибудь сообщит, но я в алхимии не особо силен, не особо ей интересуюсь. Разберемся, короче. Так, лошадка. Нам нужно... Блин, я опять не с той стороны гряды этой горной оказался. Да? Точно. Ладно, к Тревской заставе тогда идем, раз такое дело. Я уж помню, как я там кругаля нарезал. Не знаю, куда идти. На Тревской заставе все так же, наверное, бандиты. Кстати говоря, у бандитов-то есть кровь. Чуете, к чему я веду? Понимаете? Если, конечно, они по-новому появились тут. Так, как мне к вам попасть? Последний раз, когда я тут был, я, по-моему, открыл эти ворота. То, что они закрыты, показывает, что там вполне возможно... А что-то, кстати, выглядит заброшенным. Ладно, хрен с ними. Вроде как никого не видать. Довольно тихо. Вообще, конечно, вот тут где-то вход есть. Через пещеру. Ну да ладно. Скакали, куда хотели. Так, нам нужна кровь вообще любой расы, по-моему. То есть каждой расы. Орка, фалмера, темного эльфа, лесного эльфа и высокого эльфа. А вот людей кровь нам не нужна. Понятно. Лесной эльф, по идее, я сам. Так. Я малость занята. Чего тебе нужно? Если ищешь, где подзаработать, нам как раз нужна помощь с урожаем. Ты знаешь, я вижу, что ты темный эльф. Меня это навевает на не самые лучшие, не самые приятные для тебя мысли. Ну ладно. Мне удалось найти останки Синдериона. Я знала, что рано или поздно этот день придет. По крайней мере, бедный Синдерион умер, занимаясь любимым делом. Говорила я старику, что в его возрасте уже не стоит путешествовать, но он не слушал. Возможно, со временем я продолжу его дело. Я ему многим обязана, в конце концов. Так. У меня с собой алые корни Нирна. Я вижу, тебе удалось собрать порядочно. Я пороюсь в записях Синдериона и посмотрю, что удастся найти о свойствах алого корня Нирна. Вот, держи. Спасибо. Помощь с завершением трудов Синдериона – это огромный вклад в развитие алхимической науки. Мне хотелось бы подарить тебе эту книгу. Один из величайших трактатов Синдериона. Я считаю, это заслуженный дар.
хорошо. За работу. Ой, блин, как громко, извините, а? Подожди, с тебя нельзя взять кровь. Это печально. Валим. Так, ладно. Тогда мы сейчас коллеги Винтерхолда. Ну, я думаю, сначала надо. Так, хорошо. Так, заговор из Гоев, может, выполним. Давайте. Как раз заодно получим сердце изгоя. Так, хорошо. У нас вот тут находится. Следовательно, мы. Подожди, или вот тут. Мы отправляемся в Маркарт. Хорошо. Вот оно как раз вересковое сердце, по-моему, да? Или мне кажется? Ну, похоже, нет, это все так просто. Так, ладно. Где у вас тут храм? Где-то повыше. Я, честно говоря, не помню, о чем вообще этот квест. Ну, сейчас разберемся. Некий Элтрис из Маркарта передал мне записку. Он предлагает встретиться в святилище Талоса, возможно, для разговора о недавнем убийстве на маркарском рынке. Понятно. А, точно, помните, мы когда заходили в первый раз на Маркарт, тут стали свидетелем непонятной драки и убийства. Это Талос, я так понимаю. Извини, что втягиваю тебя в наши маркартские дела. Но после того случая на рынке у меня совсем не осталось времени. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты подойдешь. Ты не из местных. У тебя бывалый вид. Ты ладно, подойдешь. Ладно. Я пока ничего не делаю. Тебе нужны ответы? Мне тоже, как и всем остальным жителям города. Человек впадает в безумие прямо на рыночной площади. Всем известно, что он из изгоев, а стража ничего не предпринимает, только убирает трупы. И ты хочешь узнать, что за этим кроется? Все это продолжается уже много лет. И все, что я сумел раскопать, это кровь и смерть. Мне нужна помощь. Прошу тебя, выясни, почему на ту женщину напали. Кто стоит за Велином и изгоями? Я заплачу за любые сведения, что тебе удастся найти. Ладно. Так. Ты пытался расследовать эти убийства? Все началось, когда я был еще ребенком. Мой отец владел одной из шахт. Редкий случай, ведь нордом он не был. Его убили. Стражники уверяли, что это просто дело рук безумца, но все знали, что убийца был из изгоев. С тех пор я и пытаюсь докопаться до правды. Поиски меня ни к чему не привели. А потом я женился, и скоро сам стану отцом. Я поклялся, что брошу свои поиски ради ребенка. Но призрак отца словно преследует меня, спрашивает, за что? Дай знать, как только что-нибудь выяснишь. Давайте. Я думаю, это будет все происходить в Маркарте. Поэтому заодно получше узнаем этот город. Потому что я, честно говоря, в нем практически не ориентируюсь. Текстурки, конечно, говно. Вот. Я работаю с серебром, как мой отец. И его отец у него. Молодец. Так, ну ладно. Сейчас нам нужно. Куда нам нужно вообще? Нам нужно в этом городе. Остальное не так важно. Значит, разберемся. Я с этими вейпоинтами, честно говоря, в шоке просто. Видимо, подо мной. Да-да-да. Кто-то украл твой сладкий рулет.
Ой, мой рулет, блин, не рулет. Уф, ладно, спускаемся. Нам, значит, ниже, оказывается. Хорошо. Это таверна, я так понимаю. Конечно, хочешь. Таверна «Серебряная кровь». Интересно, может, в этой таверне тот алкаш будет, про которого мне все говорят в каждой серии, которую я не могу найти. Есть крепкая выпивка и чистые комнаты. Так, а теперь вейпоинт ведет туда. Я в гостях Так. Разузнать о Вейлине, разузнать о Маргарет. Что ты там сказала, ядовитенькая моя? Ничего, рожа твоя свинячья. Ладно. Так, это у нас ночлежка, так понимаю. Довольно комфортная, кстати говоря. Так, ну вейпоинт мне обратно показывает. Я просто уборщик. Не хочу с вами разговаривать. Мне что, обратно выходить, что ли? Странно это все. Когда заходил, вейпоинт показывал сюда. Пришел, и теперь вейпоинт показывает. Теперь я припоминаю, ты из новичков-соратников. Я ни хрена не понимаю, что происходит, честно говоря. Ну давайте вон туда сходим пока. Теперь вы понимаете, почему, когда я не мог понять, что нужно делать с тем механизмом дверским, первым делом я подумал на баги, потому что багов в игре полно. Вот это с вейпоинтами вообще постоянно какая-нибудь порнография. Причем какая-то нетрадиционная ориентация. Надеюсь, ты не собираешься устраивать неприятности. Чем могу тебе помочь? Вашу мать. Так, короче говоря, давайте без них попробуем разобраться. Муравейник не для тебя. Верь мне. Не давай мне советов. Верь мне. В муравейнике нечего делать таким, как ты. Что тебе нужно? Ты знал Вейлина? О, да. Я всех знаю, кто живет в муравейнике. Я же ключи выдаю. Думаю, теперь его комнату займет кто-то другой. Мне нужен ключ от комнаты Вейлина. Ты уж извини, но ты не из наших. Я не прошу, если ты не понял. Ну, не стоит так нервничать. Вот, возьми. Ага. Спасибо. Ты все правильно понял. Комната Олмага. Комната Гарви. Это вообще не то что-то. Комната Коснаха. Комната Дигейна. Элдриса. Подожди. А, нет. Ну что, давайте осмотримся. Вейлин это атаковавший, я так понимаю. Записка для Вейлина. Прочесть. Вейлин, тебя избрали, чтобы ты вселил ужас в сердца нордов. Завтра отправляйся на рынок, ты поймешь, что делать. Это мы возьмем. Хорошо. Все тут похоже. Так. Прочесть записку. Ну я же прочел записку Вейлина. Давайте еще раз прочтем. Уф. Тебе здесь не понравится. Никому не нравится. Вообще-то мне здесь нравится. В муравейнике нечего делать. Ладно, таким, ладно, успокойся. Что тебе нужно? Так, ну давайте пойдем в таверну, и там тоже. О. Ты суешь нос не в свое дело. Пора преподать тебе урок.
Кто тебя послал? Кому-то не нравится, что ты задаешь много вопросов. Ну давай, посмотрим. Почему у меня голые руки? Это же опять долго будет продолжаться. Вы что? Так, ладно. Так. Последняя ошибка. Ага. Если сейчас на меня опять начнут нападать охранники, это будет печально. Но пока что режем этого ублюдка. Да, придется загрузиться. Ой, я наоборот сохранился. Так, автосохранение, так, придется загрузить вот это вот. Блин, я не люблю на кулаках драться, это занимает минут по пять. Ты суешь нос не в свое дело. Пора преподать тебе урок. Ладно, ладно. Я не боюсь угроз. Мой тебе совет, лучше побойся. Ну давай, посмотрим. Ой, люди добрые, хулиганы зрения лишают. Ну давайте, что ли, бить его тогда. О, орк. У тебя надо будет кровь взять. Будем однообразно бить. Кому больно на это смотреть, можете перемотать минуты на 3, на 4 вперед. Ох, как это будет долго. Опять шайба будет огромных размеров, на футбольный мяч похоже. А, Петрука устал, давай ты побьем. А это медленнее бьет. Лучше тогда этой. Значит, у меня герой правша. Ну давай, ну. Ну чё? О, шелудивая зараза. Говорили, будешь общаться с богами. Меня послал Непус носатый. Приказы отдает он. Он велел мне убрать тебя с дороги. Больше я ничего не знаю, клянусь. Я надзираю за падением в Марк. А вы, стражники, куда смотрели? Так, ладно, берем. И берем. Нет, подожди. Это в левую руку. Это в правую руку, как обычно. Заставляю рабочих работать. Где у нас обитается Непус? Где-то здесь же. Так, ладно. Я надеюсь, сейчас не будет сходить с ума указатель. Ну, то есть понятно, что сюда тоже показывает он. Давайте, кстати, зайдем в таверну, узнаем там про Маргарет, что ли, как там я. Или его. Его. Ее, по-моему. Да-да-да, ее же зарезали. Девушку там порубали. Добро пожаловать. В таверне Серебряная Кровь. Так, не отходи, иди сюда. Хлеб. Таверна Серебряная Кровь. Здесь остановилась женщина по имени Маргарет. А, да. Сняла у нас лучшую комнату на целый месяц. Лучше не вспоминать о ней. В Маркарте о мертвых стараются не говорить, а то несчастья не оберешься. У тебя есть ключ от комнаты, Маргарет? Конечно, но я тебе его не дам.
Это же ее комната. Опять по новой. Намного не ключ. Ладно, мне не нужны неприятности. Бери. Бояка. Запомни, в Маркарте Эль дешевле крови. Кстати, а крови надо будет подрезать, что ли? Где мне кровь-то брать? Так, ладно. Кошелек с монетами, это нам пригодится. Что еще тут есть? В принципе, ничего не вижу особенного. О, дневник Маргарет. Встречаемся сегодня в сокровищнице. Долго же они канителились. Эти люди ведут себя так, будто владеют тут всем. Тоннер Серебряная Кровь – младший брат, но у руля явно именно он. Заключает все сделки, принуждает местных землевладельцев продавать ему свои наделы. Даже нанял эту юркую девчушку стоять в двери и отваживать всяких бузил вроде меня. Генерал Тули уже начинает терять терпение, но я все-таки выцарапаю контракт на шахту Сидна. Чтобы мне провалиться, если я позволю кучке сочувствующих братьям Бури владеть тюрьмой, где сидят самые отъявленные преступники предела. Они говорят, что никому не удается сбежать. Почему? Действительно ли там все так надежно? Возможно, я поторопилась тягаться с Тонором. В этом городе тени снуют за каждым углом, и я готов ручаться, что за мной следят. Да, ты была права. Так, это, наверное, нам надо забрать. Хорошо. Доигралась девочка. Доигралась. Значит, не просто так. Не по беспределу ее убили. Лезла не в свое дело. Так, хорошо. У меня два указателя. Разузнать о Непусе и разузнать о Тоноре. Работаю с серебром, как мой отец. И его отец до него. У нас сокровищница. Хорошо, мне уже нравится. Так, ладно. Прошу прощения, мы помогаем только нашим покровителям. Я к Тонору. Он просил, чтобы его никто не беспокоил. Он деловой человек. Я не спрашиваю твоего разрешения. Тогда проходи, конечно. Не смею задерживать. Ты все правильно поняла. Мне нужно вернуться к записям. Пиши. Упс, не в ту сторону. Так, тут никто не спит, у кого я мог бы забрать кровь. Так, ладно, поговорим. Занятой человек. Чё ты тут хаваешь, что ли? Занятой человек. Что ты тут делаешь? Я же сказал, никаких посетителей. Я хочу поговорить о Маргарет. Про ту имперскую шпионку? Да-да, я знал. Сколько еще псов Империя натравит на меня? Это мое дело, мой город. И не лезьте в мои дела, имперские лизоблюды. А теперь проваливай. Я не могу сказать, что... Что? Боги мои, Бетрид! Что там творится? Мне типа нужно его защитить. Ну ладно. Мне с тобой не справиться. Со мной? Со мной? Вы что творите вообще? Хватит. Моя жена. Они убили ее. Будь проклят Мадонах, и будь прокляты его изгои.
ты это заслужил. Теперь ты будешь говорить? В принципе, оба варианта нравятся. Заткнись. Только боги мне судьи. Ты хочешь узнать, кто такие изгои на самом деле? Они мои марионетки. Их король гниет у меня в Сидне. Он должен был держать их под контролем. Ты заключил сделку с изгоями? Когда их восстание подавили, я велел привести Мадонаха ко мне. Он был прямо дикий зверь, но мог быть мне полезен. Я предложил ему жизнь в обмен на то, что он поможет мне убирать тех, кто мне мешает. Конкурентов, шпионов, просто идиотов. Поэтому я и позволил ему управлять остатками его изгоев, их восстанием, прямо из шахты Сидна. Но теперь он вышел из-под контроля. Если хочешь, я уберу Мадонаха. Надо? Что тебе еще надо, проклятая ищейка? Это все твоя вина. Вы с Мадонахом просто животные. И вы у меня оба за это в Сидне сгниете. А теперь вон из моего дома. Да ты вообще охренел, что ли, я не пойму. Смотри, его даже убить нельзя. Ладно. Ключ от сокровищницы. Отмычки. Но раз ключ от сокровищницы, то я думаю, это все довольно неплохо. Пойдем тогда в сокровищницу. Наведаемся. Че они тут делают? Откуда они тут появились вообще? Так, ладно. Вот у нас сокровищница, я так понимаю. Серебряный слиток. Серебряный. Мне серебро не особо нужно, честно говоря. Давайте посмотрим, что в сейфе. Ой, эксперт. Это сейчас сколько я переведу отмычек. Ну, не так уж и много. 250 золотых. Шляпу всякая. Даже пирога нету. Ладно, пошли отсюда. Почему они так резко все согрелись, это, конечно, было не особо понятно. Ну ладно. Я вообще со мной странно разговаривал, как... Я буду ювелиром, как мама и папа. Ну... Будешь ты, будешь. Так, теперь что мне нужно? Разузнать о Непусе. Пойдемте, разузнаем. Наверх, наверх. Учиться это здорово. Я уже умею стучать молотком. Что ты пристаешь ко мне, мелкая? Отвяжись с меня. Так. Нет, нам не сюда. Дом Непуса. Прошу прощения. Что тебе здесь нужно? Я к Непусу. Нам не сообщили о твоем визите, а старику нужен отдых. Приходи в другое время. Постой. Все в порядке, дорогая. Впусти его. Я разрешения не спрашивал вообще-то. Ладно, Непус. Он сказал. Заходи. Что тебе нужно? Я прошу извинить мою хозяйку. Она иногда проявляет излишнюю заботу. Так что тебе нужно? Так что тебе нужно? Я знаю о Вейлине. Да, ты настоящая ищейка. Ну что ж, тебе удалось вычислить меня. Вот уже 20 лет я веду эту игру. Отправляю молодых и наивных на верную смерть. И все во имя изгоев. Я устал. Я так устал. Кто за всем этим стоит? Мой король Мадонах. Когда норды подавили восстание, они бросили его в шахты. Я не знаю, каким образом, но он выжил. Я получаю от него сообщения и беспрекословно выполняю его приказы.
ты с такой готовностью мне все это рассказываешь. Мальчик мой, почему ты думаешь, что уйдешь отсюда живым? Тебя видели при входе. Девушка, что встречала тебя у двери, агент изгоев, переодетая служанкой. До тебя сюда уже приходили искатели правды, и после тебя тоже будут приходить. Братюнь, я вообще-то глава темного братства и самый сильный их убийца. Я бы более трезво оценивал ваши шансы на победу, если бы был на вашем месте. Прости, но я не могу оставить тебя. Вообще, что ли, охренели? Так, сейчас будет летать народ. Лёг. Вставай. Победа за тобой. Я сдаюсь. Свободно. Вот и все. А вы боялись. Ключ от дома. Орехи в меду обожаю. Сразу съем. Отмычка. Мервин. Отмычка. Вот и Непус. Так, золото, ключ, отмычка. Да, в принципе, все. Давайте почитаем. Чувство вины начинает одолевать меня в преклонные годы. Столько яйцов отправлено на смерть. Все во имя изгоев, все во имя Мадонаха. Моего короля, который следит за нами из-за решетки в шахте Сидна. Как долго я тебе служу? Со дня восстания против нордов было ли время, когда наши судьбы не были омрачены всем этим насилием? Есть ли у меня выбор, кроме как следовать чужим указаниям? Улика. Забираем. Лишние улики нам не нужны. То есть, чтобы их находили служители правопорядка. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Неужели нету пирога? Собачатина. Фу, пакость какая. Хотя, почему пакость? Вон, узкоглазые едят же. Каждому свое. Так, ну что, мне в шахту Сидна, похоже, нужно. Вернуться к Элтрису, понятно. К востоку от города на озерном утесе есть небольшое гнездо злокрысов. И зачем ты мне это рассказываешь? Прочь с дороги, чужак. Рибур? Зачем ты мне надоедаешь, чужак? Мне нужно вернуться к работе. Деньги сами себя считать не умеют. Так-то да. В принципе, ладно, я думаю, на этом и завершим эту серию. В следующую уже пойдем и добьем, наверное, этот квест. И я думаю, следующая серия будет последняя из тех, что я буду сегодня записывать. В принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.